Добрый день, дорогие друзья! Евгений Гордеев из славного города героя Смоленска, из центра России, ключа города, ключа к Москве. Сегодня 19 марта 2018 года, и мы проснулись уже в новой, обновленной стране с новыми ожиданиями чего-то прекрасного, хорошего, доброго и вечного. И так оно и есть в действительности. Вчера мы с вами пошли и исполнили свой гражданский долг, участвовали в выборах президента России. Президент России – это в России лицо, решающее многое, многое и многое, если не все. Поэтому никто не должен быть равнодушен к тому, кто стал этим человеком. И вполне естественно, что более 60% избирателей пришли на эти выборы, и гораздо более 75% пришедших отдали свои голоса за того, кому они доверяют больше всего. За Владимира Владимировича Путина, который обогнал всех соперников в разы. Это справедливо, это правильно, но точно так же вправе ожидать и те, кто не участвовал в выборах, и те, кто участвовал в выборах, но проголосовал за другого кандидата. Да и те, кто проголосовал за Владимира Владимировича, вправе ожидать от президента новых прогрессивных, справедливых, добрых, эффективных шагов для улучшения жизни людей, прежде всего простых людей в нашей славной стране. И вот я это послание песенное направляю новому президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Мы вновь проснулись, России, избрав президента страны. Им стал не пророк, не мессия, а тот, кого все влюблены. Ему 65 годочков и опыта груз за спиной. Народом он уполномочен большой нашей править страной. Страной непростой, прямо скажем, где что не министр, казнократ, где чиновники чутко на страже своих интересов стоят, где гул как сокол каждый пятый, где только воруют да бьют, где должности, звания, а также мандаты и совесть свою продают. В ней все разорились заводы, разрушен крестьянский уклад, ржавеющие пароходы в заброшенных доках стоят, где пашни бельем зарастают без плуга и без браны, где люди не живут, а выживают потомки великой страны. И нет ни виновных, ни правых, на казнь никого не ведут. Нет чести, достоинства, славы, лишь деньги главенствуют тут. Здесь лишь новориши в почете. Украл, не попался, герой. А кто днем и ночью горит на работе в стране этой, словно изгой? Здесь все достояние народа подарено кучке дельцов. Здесь губится даже природа деяниями подлецов. Здесь слуги народа им правят, безмолвен как стадо народ. А кто не угоден, здесь травят, да травят, считая за быдло и сброд. Мы знаем, что нам президента
другого избрать не дадут. И пользуясь этим моментом, сказать мне так хочется тут: Владимир Владимирович, милый, чего уж тут про вас скрывать? Ведь это при вас, да при вас сотворила в России чиновничья рать. Меня вы чуток помоложе, у вас есть и сила, и власть, чтоб зло на Руси уничтожив, к истокам народным припасть, чтоб славу былую отчизне и мощь ей былую вернуть, чтоб каждый мог безукоризны в глаза президента взглянуть. А мы вас поддержим, поможем, готовы пахать день и ночь, чтобы сообща уничтожить, прогнать всех мешающих прочь. Неужто не видно, что плохо живет наш российский народ? Вас ждет созидание, большая эпоха. Вперед, наш избранник, вперед! Вас ждет созидание, большая эпоха. Вперед, наш избранник, вперед! Вот такая песенка от простого российского гражданина Гордеева Евгения Владимировича из славного города-героя Смоленска. Я думаю, что многие поддержат меня. Многие могли сказать такие же слова напутствия нашему новому старому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Но не все, может быть, хотят, могут. Кто-то боится, а кто-то, может быть, решил, что молчание золото. Ну, а мне уже 70-ков лет, так сказать, бояться нечего. И я хочу, Владимир Владимирович, чтобы вы поняли, что есть миллионы, миллионы и десятки миллионов россиян, которые недовольны такой жизнью, которые хотят улучшения жизни. Не для себя уже таких вот старых, простите, пердунов, как я, так для своих детей, внуков, правнуков. Мы хотим, чтобы вы, именно вы, оправдали наше доверие и сделали Россию такой мощной, честной, справедливой и процветающей, какой мы с вами вместе достойны. Спасибо. Я думаю, что народ поддержит вас, поймет вас, когда вы начнете делать правильные, справедливые дела и думать не только о внешней политике, которая тоже огромный кусок вашей жизни, нервов и здоровья, но и о том, как сделать жизнь каждого россиянина лучше. Спасибо за то, что у нас есть. Дай вам Бог здоровья, терпения. И с таким народом оно необходимо. И процветания под вашим руководством нашей любимой Родины. Всего вам доброго, друзья.